публичное заведение. Там публичный парк, типа можно поселить циновку, и на ней есть всей семьей. А по мне так и это парк. Да. У нас два дерева, это уже парк. Ну у нее на самом деле тоже, это ж пустыня. И чтобы вот это вырасти, сколько воды сюда надо закачать? В 2001 нам говорили, что одно дерево обходится $3000 содержание одного дерева. В таком случае я дерево. Я дерево, я хочу воды. Я дерево, я хочу воды. Глотнем. А ты что-то здесь уже. Там есть у меня еще нет? Отлично. Свежескрытое. Наверное, потом еще. Да. Мы сейчас уже чуть-чуть проедем. Угу. Я ты знаешь, что будет дальше, да? Я бы хотел, ну, подержи это. Я бы хотел определиться, где мы находимся. Угу. Очень хочется туда, пишет Юля. Наша Юля или Пчелова? Наша. Очень хочется сюда? Да, конечно. Здесь сейчас это... ей отправлю вот эту картину маслом. Что за картина? Вот это. Что? Нам сюрприз, это природа. А? А это не ты там вдали? Неужели? Я ее спрошу. А, да, там девушка похожа на Юлю? Да. Там я бы так смотрю. Мальчина там мода. Это не они же? Угу, это они же. Они уже сходили. Видимо, да. Так, я бы все-таки хотел посмотреть, где мы находимся по карте. Неплохо. Так, вообще. Что тут карта говорит? Так, это надо убрать. Нам это не нужно. Воду уже убирать?
Так, вот мы сюда. А, ну это и есть парк их. Children's City. Дубай Крик Парк. Сейчас мы проедем еще метров 200. И посмотрим, есть ли там вход. Потому что я-то собирался в этот парк попасть. В этот парк? А мы же, а там же люди стояли. А там был платный вход. Возможно, там совсем другая история. Я-то хотел просто... Просто попасть прогуляться. Да, проехать, да? Да. Если там есть свободный въезд. Дело в том, что, вот, видишь, они вон уже сидят, все кушают. Это так, к тому же воскресенье. То есть по воскресеньям у них именно такое времяпрепровождение. Они собираются большими семьями. Человек по 170. Расстилают всю еду, которую нашли во всех магазинах. Да. Просто я думал, что мы в этот парк попадем оттуда, с того моста. Но, по-моему, мы в него не попадем вообще. Да. Потому что он закрытый. Это только для тех, кто хочет кушать. Нет, вон там тоже въезд, похоже, есть. Но это, по-моему, этот парк, он такой окультуренный сильно. Да. То есть для нас это неинтересно. Да, видишь, вон, ага. Кассы. Это как вот тот парк, где арка. А вон там, кстати, была я. Но арка с другой стороны, она там, где Заед. Шейха Заеба, там улицы эти, где мы были позавчера. Не, ну нам такой парк не нужен. Да, там интересно. Да. Мы лучше туда поедем. То есть вот они штурмуют вход. Ага. Я-то думал, это просто такая зона, где можно пройти, прогуляться. Ну, такие зоны у них тоже есть. Где-то есть, не знаю. Или раньше были. А сейчас они, видят, все стекаются сюда в честь воскресенья.
нормально. Если не ошибаюсь, нам метров 400, мы у цели.
обелиск. Да. Это же что-то греческое. Нет, это египетское. Знаешь место? Либо к столбу он там привязать, потому что там куча народа. Смотри, ну тут привязать. Там, дело в том, что там ходят бабушки, которые не могут подняться на ступеньку, они цепляются. И зацепят самокат, он им упадет на ногу. Ты гуманный, да? И мы будем платить негуманный штраф. А здесь не ездит? Здесь никто, здесь просто знак стоит. И столб этот хрен кто открутит. Это верно. Ну хорошо. Будешь цеплять? Что дать? Цеплять будешь? Цеплять, да, конечно, буду. А, видимо, нужно с одной стороны, да? Это очень просто. Нет, я имею в виду, что его не хватит. Смотри. Тогда. Держи. Может, нам камеру сначала отключить? Надевай. Надеваю. И давай сюда. Все. Уверен? Да. На рюкзак придется забрать. Забрать. А вода еще есть? Где-то была. Давай немножко воды. Нет, там сзади, который у меня на спине. На спине? Да. Там есть бутылки. Давай чуть-чуть попьем. Мне по чуть-чуть. А может быть мы потом... Да, потом домой. Все, давай. Да. Понимаешь, здесь есть магазин, но он далеко, он там, за дорогой. А мы металлическую же еще брали. Есть, да. Ну вот. Вот она. Да. Поставишь на... Когда будем камеру отключать? Объясни мне. Сейчас, давай это, войдем в магазин, отключим. А, хорошо.
Все, пойдем. Ты можешь выключить? Да. 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 И снимай ее. Просто снимай. Да. Да. Сложишь ее. Ну, оттяни. Оторви. Оторви провод. Ну. Вынь просто из камеры. Я уже так и сделала, но почему-то не отвернула. Давай его искать. Сложи уши и убери вот сюда. Так и она перегрета, как надо пожарить? Ну, поноси так. Хорошо. Винт будет? Винт верни, да. Так, придержи, пожалуйста. Да. Жарить не то слово, вон, смотри. Я как, смотри, я как будто из сауны, да. Из сауны, да. Почему из сауны? Я в сауне. Все, свободно. А у тебя пишет? Я знаю, я сейчас выключу. Давай.